Всем добрый день, уважаемые гости и подписчики канала «Урожайный сад». Для того, чтобы наши комнатные растения и цветы радовались своим активным ростом и пышным цветением, за ними нужен правильный уход и регулярные хорошие подкормки. В магазинах существует множество готовых удобрений, однако цветы можно удобрять подручными средствами. И в этом видео хочу вам показать простой дедов рецепт – дать подпитку всем цветам в феврале. А для этого нам понадобится живое пиво. Дело в том, что пивные дрожжи, которые находятся в пиве, содержат множество полезных веществ, витаминов, аминокислот и минералов, например, таких как калий, натрий, магний, кальций, железо и цинк. Пивная подкормка способствует развитию мощной корневой системы, улучшает микрофлору почвы, активизирует здоровый рост, листья становятся более ярче и у цветов запускается более продолжительное яркое цветение. Чтобы приготовить подкормку, в 1 литре воды нужно развести 100 мл живого пива. Получившимся раствором поливаем цветы под корень по влажной земле. Такую подкормку растениям можно давать раз в 2-3 недели. На этом пока все. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.